КазАгро на основании решения Совета директоров от 28 декабря в соответствии с основным положением программы по развитию АПК, 2013-2020 года, «Агробизнес 2020», подготовлен проект изменений и дополнений в стратегию развития национального холдинга КазАгро. То есть мы приводим стратегию развития КазАгро под программу развития АПК «Агробизнес 2020». Второе. Национальным холдингом КазАгро в текущем году, в мае месяце, на рынках капитала был привлечен займ в сумме 1 миллиард долларов США сроком на 10 лет. Данные ресурсы будут использованы для фондирования банков и выполнения операций по финансовому оздоровлению сельхозтоваропроизводителей. Третье. Значит, мы уже приступили к выполнению программы «Агробизнес 2020» и начали уже финансировать сельскохозяйственные работы и лизинг сельхозтехники, и уже, значит, в рамках программы 2020 идет субсидирование процентных ставок по рефинансированию лизинга. Значит, в самой, в корректировке самой стратегии, что мы предусматриваем? Основное – это вопрос доступности и скорости получения кредитных ресурсов. В части доступности получения кредитных ресурсов нами проводится работа по интегрированию, значит, с электронной базой правительства документов, которые формируют сельхозтоваропроизводители для получения кредитных ресурсов. Значит, следующее. Мы формируем работу национального холдинга КазАгро по принципу одного окна и предполагаем в ближайшее время, не исключаем слияние нескольких финансовых институтов, входящих в структуру национального холдинга КазАгро. То есть вот основные вопросы, которые мы хотим сделать в ближайшее время для того, чтобы влиться в систему развития, в программу «Агробизнес 2020».